трансляцию нашего нового внутришкольного телеканала School TV. В наших передачах вы найдете много интересного и полезного для себя. Они помогут вам окунуться в суету в школьный путь. Чтобы вы получили представление о нашем телеканале, мы покажем вам отрывки из наших лучших телепередач. Смотрите наши телевикторины, и вы узнаете много нового для себя. Телеигра – самое слабое звено. Вопрос из области физики. Сколько будет 10 раз по 100 граммов? Лида. Это неправильный ответ. Правильный ответ 1 килограмм. Вообще-то, этот мальчик учится на 5, но сегодня он самое слабое звено. Прощай. Как всегда, самого сильного выгоняет. Павлина, вопрос из области математики. Сколько будет угол в квадрате? Квадратный угол. Это неправильный ответ. Правильный ответ 90 градусов. И последний вопрос к вам, Елена. Что появилось раньше, яйцо или курица? Ответ на этот и другие злободневные вопросы вы узнаете, если будете регулярно смотреть наш телеканал. А теперь рекламная пауза. Мы больше не пользуемся зубной пастой. А зачем нам паста для зубов, если у нас нет зубов? Наша вторая игра – «Блеф-клуб». Невероятные истории из школьной жизни. Здравствуйте. У нас в школе была одна такая история. Один мальчик пришел на урок в балахоне с изображением участников группы Нирвана и ее символикой. Учительница попросила его выйти и снять балахон. Мальчик вышел, снял балахон и вернулся в футболке с теми же самыми изображениями. Учительница вновь попросила его выйти и снять футболку. Мальчик вышел и не вернулся. Через 5 минут учительница пошла за мальчиком, а потом возвращается к классу и говорит: когда я снимал с него футболку, у него все тело оказалось таким же татуировкой. А кожу содрать я не смогла. Вот верите вы или нет? Реально, это реальная история реального мальчика. Реально. А в нашей школе была другая история. Одна учительница выставляла в журнал оценки за самостоятельную работу. Берет первую работу и читает: Зерковская 5. И ставит журнал 5. Берет следующую, читает: Чижевская 5. Но для начала поставим 2 и ставим журнал 2. Верите вы это или нет? И вы узнаете еще много невероятных историй школьной жизни. А теперь рекламная пауза. Какой же телеканал без своей службы новостей? Криминальная хроника на канале School TV. Мы находимся в павильоне, где происходят съемки фильмов под рабочим названием «Смертный дежурство». Здесь Зверский был убит, один из членов съемочной группы. Начали! Где же этот чертов дежурный? Опять придется за него убирать. Здравствуйте. Ты где был? Я себя очень плохо чувствую. А кто себя хорошо чувствует? Убирайся давай. Я умираю. Врача! Хана! Алло, пришлите перевод. Куда? Я врач, а не патологоанатом. Где клиент? Кто?
что? Слушай, никуда не годится, а? Слишком затянут. Зритель умрет с тоски, а? Давайте, заново и побыстрее. А как играть-то? Побыстрее! Начали! Где вы, чертов дежурный, опять? Ты где был? Ой, я еще был. А кто тебя прошу, забирайте, давай. Она! Алёк, перевоз! Я про Аню не потом. Что? Никуда не годится! Ты не поймёшь, не берешь сюжет, а? Давайте заново и помедленнее. Как они играть-то? Помедленнее! Начали! Где же это, чёртов дежурный? Опять придется за него убирать. Где был? Сейчас я очень... А кто себя хорошо чувствует? Убирайся давай. Ой, врача. Она. Алло, пришлите перевозку. Стоп. Никуда не горит. Слишком затянут и очень-очень скучно. А давайте все заново и повеселее. А как играть-то? Ну давайте побольше юмора, а. Ну. Начали. Где вы этот чёрт? Опять придёт. Кино, а? Как играть-то? Ну я не знаю, ну добавь, ну, немножко эротики может добавить. Сейчас добавлю. Начали! Где же этот чертов дежурный?
Много страшных историй. А теперь о погоде. Ожидается выпадение старшеклассников посадок. Наш телеканал помогает людям найти друг друга. Передача «Жди меня». Внимательно на этого малыша. Если кто-то знает его родителей, сообщите нам по телефону 212-85-33. Сына! Батя! Наш канал хочет, чтобы все нашли для себя что-нибудь интересное. Для наших мам и бабушек 2002 серия нашего мексиканского телесериала «Санчо с Ранчо», которые будут ежедневно смотреть наш телесериал, легко выучат испанский язык. Санчо, я так счастлив, что ты не мой дядя, а просто главная моя мать. Она моя сестра, значит, мы можем быть вместе. Только я обману тебя, просто главная моя сестра. Но верно, Боже мой! Значит, я напрасно отказался от тебя, Господа? Любимый! Я мог бы за это время по-прежнему любить тебя, но я был убеден в заблуждении и тому, что ты моя сестра, и поэтому свои неоткачанные чувства я обратил на Марию, но в душе я был по-прежнему предан тебе просто Хуана. Что я слышу? Нас! После тех слян, которые поклялись друг другу вечной любви, как ты можешь обмануть? Ведь обман не почти что ложь, а ложь не может развиваться в душе вместе с человеческим достоинством и справедливостью. Ты будь же счастливы, а я не буду стоять на вашем пути. Постой, Мария, постой! У нас с Санчо нет и не может быть никакого пути. Почему? Почему ты у нас Хуана? Тебя нет, не просто Хуана. Да потому что я твоя мать, Санчо. Продолжение этой душещипательной истории вы сможете увидеть только на канале «Скул ТВ». Рекламная пауза.
Ах ты пьяница, скотина, алкоголик, грязь, гадик! Обращайтесь к нам! Вы не можете мое! Для наших маленьких телезрителей вечерняя сказка. Спокойной ночи, малыши. А теперь, дружок, Филипп Степашка загадает тебе загадку. Замечательный учитель. Да и не в школе есть у нас. Он для каждого учитель. Хрентяй и лопатряс. Как заметить Хипоку, болтается без проку. Как прижмет его к доске, да как стукнет по башке. Вот доску спрячется, бедняжка, чуть видна его мордашка. Свои ответы присылай по адресу. Ленинградский проспект, дом 46. Филипп Степашка. Смотрите каждый вечер детскую передачу на нашем канале. Филя и Степаша загадают вам еще много интересных загадок. Мы прерываем наш репортаж для экстренного сообщения. Сейчас будет прямое включение из Министерства образования России. Вся страна замерла перед экранами с тревожным ожиданием. Россияне, простите заминка. Уважаемые, понимаешь, россияне, честь вытащить заветный шарик мы предоставляем почетному гражданину нашей страны. А я ухожу. Так, перемешаем шарик, чтобы было все честно. Какой идиот это придумал? Шар не понимается. Все коммунисты однозначно. Ты мне не тычь. Володя! Вся страна будет писать, что я скажу. Все пишут сочинения на одну тему. Вы узнаете тему, если будете смотреть наш канал 3 июня в 9 часов. Для наших любимых учителей праздничный концерт по заявкам. Учителям начальной школы посвящается. У любови ки исток, ни велик, ни глубок, но от этого истока потечет река далека. Так начало всех начал, нам учитель первый дал. Что тут можно говорить? Нужно голову склонить. Учителям иностранного языка посвящается. It's very useful to know English. Английский всем полезно знать. And we shouldn't forget. Не должны мы забывать. Without language, life without water. Без языка, как без воды. Can go here and can go there. И не туды, и не сюды. Учитель информатики Наталья Ивановна посвящает. Сегодня мир одной средой высоких технологий связан. Буду хоть как горшок пустой, но знать компьютеры обязан. Учителю истории Лидия Анатольевна посвящается. От Москвы до Чукотки рекламируют колготки, а в былые времена там гуляли племена. И в истории страны нашей капли нет вины. А заслуги впереди. Ты сиди, страна, и жди. Учителю физкультуры Саака Салакович посвящается. Любитель спорта, ты, пожалуйста, заметь, что в спорте все положено болеть. А для того, чтобы здоровым быть, нам надо физкультуру полюбить. Учителю географии Вере Григорьевне посвящается. Мы не узнали, что есть страны, где горные хребты вдали, где по пустыням бродят караваны и плавают по океанам корабли. Не знали бы, как хороша планета, когда бы вы не рассказали нам об этом. Учителю биологии Наталья Витальевна посвящается. Нам природу не понять подчас, как из тех же хромосом и клеток. Создает она червей, слонов, креветок и вершину совершенства нас. Учитель
учитель экономики Марине Алексеевне посвящается. Экономики постигнув глубину, учивши знания у вас, мы когда-нибудь обуем всю страну, если кто-то не обует нас. Учителям химии Валентине Владимировне и Татьяне Владимировне посвящается. Менделеева таблица только автору приснится. Мы другие видим сны в ожидании весны. Правда, если что смешать, тут мы можем оплошать. Если бдительность уснет, смесь того гляди, рванешь. Учителю физики Олег Иванович посвящается. Обладаете силой вы физической, и энергия у вас потенциальная. Чтоб она не стала кинетической, дисциплина будет идеальная. Учителю литературы Татьяне Петровне посвящается. Литературу изучим старательно, все записав, что сказано учителем. Мы для себя решили окончательно, что можно быть героем положительным, а можно быть героем отрицательным. Но это все совсем не обязательно, лишь бы не быть типичным представителем. Нашему классному руководителю Марине Григорьевне посвящается. Когда покинем юность и обитель, мы меньше станем доверять словам. Лишь два волшебных слова. Мой учитель. Незримо нас привязывает к вам. Когда мы станем старше и умнее, прибавится забота головам. Детьми своими многое виднее. О, как мы будем благодарны вам. Когда мы станем старше, стары и ленивы, все чаще будет память дни листать, где вы всегда умны, добры, красивы. Не нам, хоть внукам мы такими же стать. Директору нашей школы Татьяне Владимировне посвящаю. Для директора строки складывать даже сердце любя улыбается. Ей бы впору фронтом командовать, она с нами из сил выбивается. Не напрасны старания эти, сами видите, чудные дети. И наконец, прощальная старались, не забыть, как долго ждали звонка, как мы были.